Всем привет! Во-первых, я хочу сказать спасибо за ваш отклик. Я не ожидал, что так будет. Я думал, будет максимум просмотров 500, но когда через сутки я видел, что уже 2000 только в Инстаграме, я был очень рад. Через 2 дня после выпуска мне позвонили с канала Санкт-Петербург. Я думал, что это пранк. Оказалось, они действительно хотели снять репортаж про мой блог. Но даже под маской, которая стала частью униформы, заметна улыбка. Похоже, настроение этому человеку не испортить никакими трудностями. Работая в Яндексе, я познакомился с огромным количеством классных людей, разных профессий, разного социального статуса, с разными историями. Сейчас они все курьеры. Их истории меня очень зацепили, поэтому в своем блоге я буду рассказывать вам о них. Спагетата, фестиваль. Яндекс всегда помогает. Передаю привет всем актерам, у которых неудобные костюмы. В Яндексе я работаю с 15 апреля. Это у меня не основная работа, это как подработка, пока такая ситуация в стране. У меня вторая работа, основная по трудовой, это детский сад. Я там дворником работаю. Сейчас садики все закрыты, поэтому, чтобы дома не сидеть, чтобы были какие-то деньги, я решил пойти сюда. Есть два варианта слота, плановый и свободный. На плановом у тебя конкретное время и район, в котором ты должен начать работать, а также минималка 140 рублей в час, если у тебя слишком мало заказов. Минималка действует, если ты не опоздал на слот и выполнил хотя бы минимальное количество заказов. За 6 часов 3 заказа, за 3 часа 1. На свободном слоте ты можешь работать когда и где угодно, но уже нет минималки. Когда только коронавирус, пандемия началась, я выходил на пару часов, зарабатывал по косарю и спокойно ушел домой спать. Вот. А потом курьеров стало все больше, денег у людей стало все меньше, и заказы падают. Я по полдня катаюсь, и у меня 4-5, это очень мало. Стоим с пацанами, болтаем. Почему-то один я не понимаю. Я актер, так же, как ты. Коллега, так сказать. Очень забавно, что собирает это... индустрия и музыкантов уличных, тоже моих старых друзей, и актеров, и всех, и певцов, музыкантов, вообще всех. Всем нужны деньги. Актеры, петрушки, я их называю. Им заплатили, они выступают. Я познакомился с женой 11 лет назад на роллер-пробеге на Дворцовой площади. Смотрел за порядком в колонии, увидел, что девушка упала. Пока мы ехали по Невскому проспекту, подъехал, спросил, все ли в порядке, познакомились, и помог доехать до финиша. И сейчас вот живем вместе, и 5 летей. Есть такая закономерность, чем хуже погода, тем больше заказов. Минимальная оплата за заказ 110 рублей, 55 рублей за прибытие в ресторан, 55 рублей за прибытие к клиенту. Если от тебя до ресторана больше, чем 2 километра, то ты получаешь еще 45 рублей компенсацию транспорта, и каждый километр от ресторана до клиента еще оплачивается по тарифу 25 рублей за километр. Здесь можно увидеть на примере утреннего слота 10 заказов по 110 рублей, 1100 рублей, и 13 километров умножить на 25 рублей за километр, получается 340 рублей. Мой салон, бумени, видеоблог. А мой салон, бумени, видеоблог. Бумени, братишка. Братишка. Ну я уже получше говорю по-узбекски. Если ты тоже курьер и готов поделиться своей историей, обязательно напиши мне. Я работаю в театре, я пою. Я только выбрал свой любимый сорт винограда, из которого делаю вино. И тут это все не началось.